Всем привет, ученики! Сегодня будет у нас классная работа в школе. Всем привет! И я Игорь Кадор. И Данка. Я Рэнди. Ага, новенький в классе. Да-да. Ладно, смотрите, сейчас будем решать примерчик. Сейчас, подождите, сейчас решу. Так, куда ты мел делся, так. Или классный у вас класс? Не, класс огромный, да. Да. Короче, давайте, решайте. И выйдет у нас... Вот, видите, два пункта. Выйдет, пожалуйста, выйдет. Не. Пожалуйста, не я. Ну, как обычно, Дамка. Ну, почему? Дамка, ура! Дамка. Наконец-то. Наверное. Дамочка решает. Вот. Что? Наверное, за место тебе две двойки. Да за что? Правильный ответ вроде бы. Следующий. Можно я? Короче, я не хочу. Тихо, Рэнди, отличник у нас. Я тоже, я сзади буду сидеть. Это же самый легкий вопрос. Так, ладно. Я знаю ответ. Можно я? По журналу, сейчас придет. По журналу? Не. Ре, это первый вопрос. Ура! Бабуля. Так, как тут? Бабуля, можно выйти, пожалуйста, училка? Туалетик. Вообще, эта дверь закрыта. Можно я там в уголок? Не-не-не, садись на место, потерпи до окончания звонка. Так, кто первый? Другое дело. Ты что делаешь? Нельзя портить классное имущество. Он спер доску. Ух ты! Просто доска красивая. Так, Рэндик, тихо. Значит, ответ, Рэндик, будет 7. Да. Тебе 3 двойки. Садись на место. Как? Можно мне, пожалуйста, я хочу. Тихо. Двоечников. Тихо, на место. Рэнди. Нет, двоечник у нас. На место говорю, слушай ученику. Ладно, и следующий пойдет Адор. Ура! Давай. Здравствуйте. Давай. Ага. Что там, решать нужно, ближе, да? К теме, давай. Хорошо, сейчас, так, 2 плюс 2, это будет, сейчас скажу. Решай, что будет. 0. Ого! Наверное, а тебе целый. Дай подумать. 5 двоек. Видишь, пятерочка такая. 5 двоек. А, значит, 5 двоек. 2 и 5. Ага. Мне пятерки поставили, ура! Так, ладно, давай следующую задачу, училка. Давайте. А решите тогда, самое простенькое. Надеюсь, вы это решите. Я тоже. Я по голову сложу. Пойду в угол. Самое главное, что это не контрольная работа, конечно. Тут даже решить, я не представляю. Который 6 лет. Да, чё? 10, так, можно я? 10 плюс 10. Можно я? Давайте можно подумаем своими мозгами. Можно я, пожалуйста? А можно чужим я? Тихо, классе. Подождите. Сто. Сто будет, Адор, сто. Так, ага, все. Давай, ответ правильный. Учука, гангстер. Да. Гангстер, училка. Наверное, я на вас суд подам. Дамка, да, молодчина. Решай, пока примерчик. Решает? Да, сейчас вот напишу примерчик. Рэндик, ты где? Так. Рэндик. Что интересно, напишет вот Дамка. Пиши. Дамо. Ой, школа, все. Тут сидеть и никуда не выходить. Дамка, давай, пиши. Что там пишешь? Мне кажется, он что-то интересное напишет. Так, училка-бабка, извините, что мы сбежали, ладно? Это не повторится, хорошо? Училка-бабка. Где сердечко? В смысле? Что? Подписчики. Рано. Любовь. Вот так я всех своих подписчиков обожаю. Это да. Ну, тут мы все вместе, так сказать. Но все равно ответ правильный. Нет.
Ну, как сказать, это хорошо, но все равно 10 плюс 10 это не подписчики рано или поздно. Нет, да. Подписчики это будет. Подписчики, ты поняла? Тебя вообще чему учат? Бабуля учила. Знанием, а вас я не знаю чем. Слушайте своих Моргенштейнов, как вы там говорите. Все, следующий пример. Так. Он будет очень для вас тогда Рэнди. Легким. Да, давайте. Да. Рэнди, короче. Так. Че? Я в столовую хочу вот, пойти и покушать. Давайте уйдем. Решайте. Там... У тебя сколько рублей осталось? У решай. Меня 10 рублей. Так, наверное, будет... это самый легкий. Наверное, будет, а что, легче еще не... Эл, на место! Я вас можно еще легче? Ладно, доски. Ладно, извините. О, доску сломали. Я ее разрубила с пилой нечаянно. Простите. Все, всех директор в школу. И я, пожалуй, даже родителям такое расскажу о вас. О, нет. Надо приукрасить это, мне кажется. Да, приукрасить. Ну, класс. Ладно. Нет, 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 у меня есть основная причина. Что? Какова? Я голову забыл дома. Ну, фраза любых училок, ты голову свою не забыл? Училка, я забыл, знаешь, что? Ну, это доска старая, надо её бы. Я, наверное, о! А-а-а! Ну, что вы делаете? Училка! На место! Училка, мы просто на дистанционной весь год учились, и у нас как бы уже мозги немножко... Мозги не очень. Хорошие. Да. Поздравляю, ваши проблемы. А, ну все, тогда валимся с школы. Да. Я это не говорила! Слушайте, вам не кажется, что школа какая-то тюрьма? Нас держит бабка, все, валим! Держит в рабах! Валим! Это рабство какое-то, я убегаю. Нет! Нет, даже, если так подумать... Я не могу пролезть! О. Рэнди, убегаем. Все, а ты чего милые говорите? Давайте к тачку. Гора тачки, там... я сам накопил. Ух ты! Блин! Тачка. Давай. Да никто не готов. Ты меня забыл. На. Нет. Бабка умерла. Бабка, пожалуйста. Бабка. Поехали. Всех размочу. Бабка, подожди. Что-то училок, не слушайте. Бабка, прости. Эй, куда? Куда вы летели? Это машина училки, давайте сюда. Давай. Кабриолет. Это машина училки. Тихо, бабке не говорим. Эй, сюда идите. Тихо. Вот, бабка, вот моя машина. Рэнди, ты где? Моя машина, вот она, но не это. Рэнди, садись. Рэнди, на мостике. Вали. Смотри, я еду. Что? Ты куда поехал? Ты же на пассажирском сидении. Почему? Да, автопилот. Сюда. Училка, это... А ты училки не уйдешь. Посмотри на мою машину. Училка, оцени, пожалуйста. Где она там? Это машина на его деда. Смотрите. Красивая такая. На тебе, училка. Я убежал. Не-а, не убежишь. Не догонишь, ла-ла-ла, тра-ля-ля. Ребята, послушайте. Хотите машину мечты? Это моя машина мечты, поехали. Ну-ка посмотрим на эту машинку. Все тачки. Так, машина у нас... мечты. Подожди. У нас перемена ведь 5 минут вроде. Сейчас уже звонок прозвенел. Садись, быстрее. Давай, Рэнди. Это моя машина мечты. Рэнди, быстрее. Едем. Сядь тачку. Ай, блин. Нет. Быстрее, все, поехали. Дай сяду. Нет, у меня еще запасной. Это мой мотоцикл. Быстрее, вы идете где? На смерть. Где? Я не вижу тебя. Где вы? Поехали. Все, дамка. Все. Что с бабушкой? Дамка, уезжай. Рэнди, садись к нам. Туалет-трек бабушка называется. Бабушка залагала. Где? Туалет-трак. Бабушка, вот. Училка давай, залагала. Давай помогу. Сейчас не, стой. Туалет-трак, зайди. Где? Рэнди. Мы ездим тут. О, смотрите, машина училки. Давайте тут. Сейчас. Я так сижу, только посмей. На. Ой, на кабриолет. О, да, кабриолет. Рэнди, ты куда? Тоже мне друг, блин. Рэнди. Давай, паркуй. Все, нас... поехали. Все, поехали. Поехали. Мы втроем сидим? Да. Ничего себе, как это возможно. Нет, куда? Уехали от училки. Сами от училки, короче. Так.
Надо заканчивать. Мы уехали из этой вредной училки. Не-не-не-не. Что говоришь? Еще как бы русский язык еще остался. Нет, русский язык на следующий год. Все, на этом все. Бабка у нас банилась. Мы ее забаговали, она там стоит. Так что, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот герой. Обязательно заходите. Лайк. Выпустите. Заходим в класс. И всем удачи, и всем пока-пока. Подпишитесь на все наши каналы. Пока. Всем пока-пока. Классно, ура, прикольно.